Ну, меня, честно говоря, его интервью это, мягко выражаясь, обескуражило, коль скоро на самом деле акты счетной палаты, ну, они делаются регулярно, о том, что лесная отрасль не отличается особым благополучием, это очевидно, и не зря у нас есть соответствующая программа декриминализации, и у нас начата так называемая новая лесная политика, это очевидно, но при этом в течение 2 месяцев никаких драматичных оценок ситуации там не было. Эти акты проанализированы и депутатским составом, и правоохранительными органами. И эта работа продолжается дальше. И в том случае, если там будут сделаны какие-то выводы, требующие очень жестких реакций в отношении конкретных должностных лиц, эти реакции последуют как с моей стороны, так и со стороны силовых структур незамедлительно. Другое дело, что вот где-то в последний месяц обострились вот какие-то, я бы сказал так, дебаты вокруг лесопожарного центра и решения вопросов о том, кто будет патрулировать вот, и леса, и вылетать на пожары, какие типы воздушных судов использовать. К сожалению, в ходе вот этих дискуссий там были предъявлены взаимные обвинения как Татьяны Алексеевны министру, так и министру Татьяны Алексеевны. И эти вопросы сейчас также глубоко изучаются как нашим правительством, так и прокуратурой. И никаких оснований для того, чтобы, что называется, рвать на груди рубаху, я думаю, ни у кого нет. И еще один момент. Татьяна Алексеевна действительно в четверг говорила о каких-то угрозах ее адреса. В этой связи я поручил своему заместителю, генерал-лейтенанту ФСБ Солодкову Павлу Евгеньевичу, встретиться с Татьяной Алексеевной и выяснить, в чем дело. Тем более, что сегодня современные технические средства в рамках так называемого биллинга позволяют в течение часа понять, кто кому звонил. Не проконтролировать содержание разговора, но то, кому звонил. К сожалению, ничего конкретного Татьяна Алексеевна, генерал-лейтенанту ФСБ, сказать не смогла. И вместо этого вот мы увидели это своеобразное, скажем, интервью. Думаю, что у нас должна быть сессия. Во вторник она планируется, где есть плановое выступление Татьяны Алексеевны. Мы в очередной раз его, безусловно, ждем. И, думаю, правительство даст какие-то пояснения. Может быть, прокуратура, я не знаю. Поэтому скрывать здесь абсолютно нечего. И поводов для драматичной оценки у нас нет. У нас есть квалифицированная СМИ. У нас есть ответственный депутатский состав. На территории края работают профессиональные команды силовых структур, и во всех этих вопросах есть кому разбираться.